В Омске задержали, наверное, самого дерзкого, но не самого умного шоплифтера за всю историю работы супермаркетов. Хорошо одетая женщина прямо под камерой видеонаблюдения около минуты пыталась спрятать бутылку виски себе в куртку. Судя по непринужденности, с которой дама это проделывала, бутылка не первая в карьере магазинного вора. Но в этот раз что-то пошло не так, бутылка раз за разом проскальзывала мимо капюшона, наконец она упала на пол и разбилась.